база архистратега Михаила и да. с их сил. Бесплотных. Да, вот так. Да, слава Богу. Да, слава Богу. А вот через 4 минуты начнем уже эфир. Вот, а сейчас помолимся. Перед эфиром молимся за всех, кто подключается, кто подключился, кто собирается подключаться. И, в общем-то, и за тех, кто будет смотреть потом это в записи все. Сегодня мы вместе вот, с нашим благочинным священником, с отцом Алексеем. Слава Богу! Благословляю всех вас во имя Господне. Да, витаю, браты и сестры. Витаю всех, браты и сестры. Да. Так. Так, сейчас. Вот. Ой, да, слава Богу. Есть. А бутылка нехай стоит, да? А ее даже не видно, кстати, да. Ну, это я тоже. Уже... Чуть-чуть. Может, чуть-чуть. Это у меня. Стоит, да? Есть как раз хлебопреломление. Совершаю каждый день вот, в молитве такой, в хлебопреломлении. Вот, и рассуждаю о теле крови Христа, как раз вот именно рассуждаю, вот, что вот, действительно, вот как сегодня такое слово пришло, блажены не видевшие, но уверовавшие. Вот это блаженство, что действительно Бог дает нам, верующим. Вот, и уже провозглашаем не существующее, а существующее. И это уже вот как раз оно блаженство относится к верующим. Этот момент, он блаженный момент, этот счастливый момент, особенный момент, дорогой для Бога, драгоценный для Бога момент. Когда человек, он не называет тоже несуществующее, а существующее, он испытывает вот это блаженство веры. Вот это сегодня такое откровение у меня было. Аллилуйя, слава Богу. Слава Богу, да. Сильное. Сильное очень. Я сильное был, откровение. Я сам был потрясен, сам был. Вы вот так сказала, я бы намоле. Фу, да, ну вот оно вот, как бы, оно вот, вот аж пре, знаете, вот, вот, вот я думаю, что Господь позволит еще дальше эту тему развить впоследствии, но... Вы, да, вы... Скажите про це, я відчуваю, що в цьому велика сила. Велика сила, амінь. Іменно в практичному застосуванні. Амінь, 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 амінь. А віра, вона должна вся бути практичной. Вот. А то, що не практично, це все, воно, знаєте ли, таке мертве богословие, на самом деле. А християнство, воно все практично. Да. Оно все, Божье слово, воно все полезно для наставления, для обличения. Оно не просто так для... как бы вот разума нашего информации как ну так информации да, 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 да. Божьим словом не, не це не информация, ним надо жить, да, цим надо жить. Амінь, амінь, амінь. Це не, не, не просто так. Амінь. Там это слово живое, живого Бога. Спасибо, Господь, за добрый вечер. Спасибо, благослови вот предстоящий этот эфир сегодня. Благослови всех братьев, сестер, благослови всех, кто сейчас подсоединился, подключился, кто подключается. Во имя Иисуса Христа, слава Тебе за все, Боже наш. Слава Тебе. Вот, и пусть благодать нашего Господа Иисуса Христа, и любовь Бога Отца и общение Святого Духа будет со всеми нами. Аминь. 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 Вот. Я не умею просто отключать еще, вот, как бы здесь сразу все программы работают, поэтому я... Да. Ну ничего. Да, начнем сейчас.